привет, с вами Субкул Шоу. Это такое шоу, в котором я рассказываю о различных субкультурах. В прошлый раз я рассказал вам о скинхедах. В этот раз мы поговорим о эмо. Эмо – это молодежная субкультура, образовавшаяся на базе поклонников одноименного музыкального стиля в 1980 году в США. А ну понятно, откуда сток пидора. Эмо – это особый образ жизни и мышления. Эмо-люди живут эмоциями и считают себя детьми, не стесняясь этого. Эмо делятся в зависимости от пола. Эмо-бой и эмо-герл. Стиль эмо предполагает как наличие позитивных, так и негативных эмоций. И эмо-парни, и эмо-девушки женственны, эмоциональны, чувствительны. Можно отметить, что в стиле эмо мальчики похожи на девочек. А девочки похожи на мальчиков. Отличить их очень сложно. Некоторые эмо во время депрессий режут себе вены. Это помогает перенести им душевную боль. Для эмо дневник – это обязательный предмет существования. На его страницах каждый описывает свои переживания. Музыка. Музыкальное предпочтение также играет немаловажную роль в жизни эмо. Появилось особое направление музыки – эмо-кор. Эмо-кор характеризуется традиционными для хардкора рифами в сочетании с эмоциональным вокалом. Внешний вид. Все эмо носят примерно одинаковые прически. Длинные-длинные челки. Конечно же, пирсинги, татуировки. Вне зависимости от пола, эмо может накрасить себе ногти и подвести глаза черным цветом. Такое пренебрежение вторичным половым признакам не случайно. Многие эмо-киды настаивают о своей бисексуальности. Фу! Одежда! Полосатые гетры, черно-розовые кеды. Мальчики и девочки носят зауженные и обтягивающие джинсы. Многочисленные браслеты, полосатые свитера и футболки с детскими рисунками. Девочки часто одевают короткие юбочки и гетры. Но не факт, что только девочки. Основные цвета в одежде это черный и розовый. Непременный атрибут это большая почтовая сумка с всякими значками, там наклейками и т.д. и т.п. Ну, хотя они все там такие. Заключение. Эмма носит длинные челки, плачутся, режет себе вену и называет это все выражением своих эмоций. А у меня манту. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, большой палец вверх. С вами был Ленечка. Леонид. Царь. Напоминать вам, чтобы вы подписывались, я просто не вижу смысла. Но на всякий случай ссылочка тут. В следующий раз мы встретимся аж на следующей неделе. Так что напиши мне что-нибудь в комментариях. Я решил послушать эмо-кор. Я больной. Незачимо. Жизнь — это не жизнь. Лучше уйти красиво. Что толку от меня на земле? Все равно умру недели через две. Но вот карниз, и солнце светит. Мою смерть никто не заметит.